На севере Испании после нескольких месяцев жары выпал снег. Необычные для этого времени года осадки зафиксировали в горной провинции Астурия. Отмечу, страна находится в длительной засухе с конца прошлого года. В марте в стране выпало лишь 36% среднемесячного количества осадков. Больше всего от засухи страдает Каталония. Для региона, по мнению климатологов, это худший период за последние 100 лет. Из-за долгого отсутствия дождей сильно страдает сельское хозяйство. В Конго продолжается поиск тел погибших после наводнений, вызванных ливнями. В связи с тем, что в регионе все еще продолжаются дожди, медики опасаются вспышки инфекционных заболеваний. Напомню, недели ранее в провинции Южное Киву на востоке страны произошло мощное наводнение. По последним данным, погибли более 400 человек. В настоящий момент около 5000 человек считаются пропавшими без вести. Сейчас наш регион отрезан от всех источников питьевой воды. Мы продолжаем находить тела погибших. Все это подвергает население очень высокому риску вспышек инфекционных заболеваний, которые передаются через воду. Торнадо обрушились сразу на 3 американских штата. Есть информация о десятках разрушенных и поврежденных зданий. О жертвах и пострадавших не сообщается. По данным метеорологов, только в штате Канзас было зарегистрировано около 15 торнадо.